За минувшие сутки первым компонентом вакцинировались более 5000 югорчан. С каждым днем желающих становится все больше, но тем не менее уровень заболеваемости не идет на спад. Значительный рост зафиксирован с 23 июня, тогда было 85 случаев. По данным оперативного штаба, сегодня это число выросло до 129. В связи с этим ковидные госпитали увеличили количество коечных мест. Сегодня 96 жителей Югры проходят лечение в реанимациях. По данным медиков, никто из них не сделал прививку от коронавируса. Врачи напоминают, что обезопасить от тяжелых последствий инфекции поможет вакцина. Поставить ее можно в мобильных пунктах. Препарат в округ поступает еженедельно.